Студенческий городок Юргу объявил кастинг на самых талантливых, перспективных и очаровательных девушек. Конкурс проходит уже 12 лет. В этом году организаторы уделили особое внимание теме патриотизма. У нас каждый год новая тема. В этом году, когда мы говорим, что все-таки национальная идея – это патриотизм, мы хотим показать Россию через характер женщины. То есть российская женщина, русская женщина, то есть какова она? То есть она нежная, воздушная, она любящая, она хозяйственная, она прекрасная. Во время кастинга претендентки на звание «Мисс Тутгородка» не раз удивляли членов жюри. Так, студентка юридического факультета Надежда Бровина показала отличный уровень владения немецким языком. Меня попросили рассказать о немецком. Я очень люблю немецкий, для меня это не представляло сложности. Говорила я о моем общежитии, как мне и сказали. Я сказала, что у нас замечательный директор общежития, потому что это так и есть. Я нацелена на победу, но в любом случае я получу необходимый опыт. Можно сказать, дам вызов самой себе. Некоторые девушки демонстрировали вокальные данные и умение играть на музыкальных инструментах. Студентка международного факультета Таисия Брестель исполнила русскую народную песню. Это моя такая песня, которая мне очень сильно запала в душу очень давно. И я ее давно хотела где-нибудь исполнить, но еще пока не решилась. Я решила, что пора. Каждая из участниц представляет свое общежитие. Именно поэтому жюри обращает особое внимание на организаторские способности конкурсанток. Девушки придут, первый вопрос, а сможете вы набрать команду, которая будет за вас болеть? То есть насколько она активна сама, насколько у нее есть авторитет уже в общежитии? Впереди у девушек заочные этапы, множество тематических фотосессий и самое главное – подготовка к финальному шоу, которое, по словам организаторов, удивит своим масштабом не только студенческий городок, но и весь университет.